Первый фиксирующий тур проводится вокруг грудной клетки на уровне подмышек. Следующий тур из подмышечной впадины здоровой стороны переводится на плечо, перекрещивая ранее наложенный тур и делая с внутренней стороны петлю вокруг плеча. Далее туры проводятся аналогично, с прикрыванием предыдущего тура по ширине на 2/3. Повязка заканчивается фиксирующим витком в средней трети плеча. Показанием к наложению данной повязки являются различные ранения плечевого сустава, гнойно-воспалительные заболевания подмышечной области, плечевого пояса, верхней трети плеча, артрозы плечевого сустава.